Всем привет, это чайник на даче. Демонтировал я лестницу, она была гнилая. Также столб снял, так как он на лестнице стоял, и без него, без снятия его нельзя было демонтировать лестницу. Демонтировал все перекрытия эти, как видите. Так, лестницу я перенесу. Решил, что по совету предложению одному человеку решил, что здесь я сделаю, продолжу пол, а лестницу перенесу вот сюда, вот здесь вход в середине будет. Соответственно, здесь снизу Дима помог мне тут с материалом. 150 вот этот брус я положил, почти 6-метровый, ну 5 метров где-то он вниз. Вот, также из него лаги сделаю. А сюда блок. Это пескобетонный, но я заменю его на бетонный блок, сюда поставлю и доставлю вот здесь еще под дверь. Вот сюда поставлю пескобетонный блок, здесь на стыке поставлю еще один блок пескобетонный, 20-20-40 он. Это все деревяшки я обработаю сенежем. Вот такими рубчиками, не знаю, как правильно они называются. Я буду прикручивать, соответственно, 150 этот брус. На пол планирую класть фанеру десятка и роковым утеплю стены. И все, дальше покажу, что получилось. До новых встреч.